Смотрим, что это такое. Кейт Хилтон. Кейт Хилтон. Zoom на продукционе. Сколько времени в целом? А, ну у нас, в принципе, есть инфа, друзья. Поэтому это не что-то, да, такое. Прям. Да, вот. Вот это оно. Смотрите. Вот он, да. В принципе, все облоги в одном стиле. Какой-то тут у нас... Ну, на опиума особо не похоже. Ну, какой-то Dark Trap, может быть, нам накинут здесь. Может быть. 24-й год. 29 слушателей. Написано следующее. Привет, Флом. Я супер начинающий артист. Хотя занимаюсь музыкой 7 лет. Хочу, чтобы ты оценил трек Kate Hidden Zoom. Если что, клип на Ютубе тоже есть. Удачного стрима тебе. Спасибо тебе большое, бро. Еще и клип есть. Дэмон, Дамен, Дамет, Дэмон. Стоп. Стоп, 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 стоп. Вот, пусть оно покрутится пока. Да, 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 да. Угу. А потом мы что-нибудь придумаем с оборудованием. Слушаем внимательно. Слушаем внимательно. Слушаем, что это. Камера зумна, песни прочь лица, танцуй как сука. Окей, мы их угадали по стилю. Это baby shot rage, это baby shot fun. Наебал два раза, но принимается. У этих сук одинаковое клише. Мы с ней, мазарим, но на разной чистоте. Это аудио, сто секунд, все даже мне. МП3 демки, все сники, ты добавляешь к себе. Камера зумная, фейс не прячу лица, танцуй как сука. Камера зумная, фейс не прячу лица, танцуй как сука. Камера зумная, фейс не прячу лица, танцуй как сука. Камера зумная, фейс не прячу лица, танцуй как сука. Я соберу фулсет, фулсет. Они такие оушенс, оушенс. Тиловый жилет, жилет. Нам не чили кашет. Чувствую себя бессмертным. На руки тысячи лет. Кит на линии, дед, кноги, снова вижу. Делю тебя как бикини. Сука, я выше. Столько, что меня не слышно. Столько, что меня не видно. И вдруг добежишь, что ты скажешь моей нине. Сука, ты просто мини. Точно как скини. Эй, Райми. Камера зум на спейс. Камера зум на спейс. Да, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, да. Это заветовская песня, да, была? Или чья? Слушай. Ты неплох. Да, может быть, громковато капа стоит, но учитывая, как лупит инструментал, может быть, он тебя съел бы. Да. Это вайбит. Это работает. Сказать, что прям там какой-то байт, еще что-то, да. Ну, мы знаем, да, Завета даже у нас Тухолис байтит, поэтому все в порядке. Хотя ты, может быть, даже не знаешь о наличии такой песни. Что-то есть. Что-то есть. Камера зумная, фейс не прячу лица, танцуй как сука. Камера зумная, фейс не прячу лица, танцуй как сука. Камера зумная, фейс не прячу лица. Камера зумная, фейс. Я вот так, Макс, давай, короче, вот это забирай. Вот это вот в название, да? Камера зумная, фейс, одним словом. Камера зумная, фейс. И восклицательный знак, да. Это baby shot rage, это baby shot fun. Ничего святого, да, у него вообще в целом и бэк-вокал, и в принципе панорама как прыгает. Что-то какие-то еще и гличи. Мужественно. У этих сук одинаковое клише. Мы с ней, мы с ней маше. Мы с ней мазарим, но на разной чистоте. Это аудио 100 секунд, даже мне. МП3 демки, все сники.
По поводу Айсберг Герта смотрим, бро, видим, потихонечку формируется запрос, но, по-моему, то ли в голосовании не проходил, то еще что-то такое. Я думаю, скоро будет в разборах. Тем более сейчас есть возможность голосовать за рис в парах, поэтому я думаю, что скоро появится, да, поактивнее. Формируется пока запрос, на самом деле. На фейсне прочулиться, танцую как сука. Камера зум на фейсне прочулиться, танцую как сука. Камера зум на фейсне прочулиться, танцую как сука. Камера зум на... Короче, видно, что ты делаешь очень неплохо. Супер, это, друзья, это супер начинающий артист, хотя занимается музыкой 7 лет. Но артист супер начинающий. Зум. Кейт Хилтон. Это очень неплохо. Правда, очень неплохо. Я заберу 100% во фрешмены эту хуйню. Если пройдет в топ-12 на премии, поразъебаемся с этого припева. Есть разнообразие в инструментале, какие-то ямки, да? Да, единственное, что, бро, разноображивает ли... Как будто ты прям часто его вставляешь. Надо было, ну, поиграть больше. Чувствую себя бессмертным. Чувствую себя бессмертным. На руки тысячи лет. Китали не дитно тысячи лет. Китали, 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 китали не дитно кизно. Вижу тебя как бикини. Сука, я выше, столько, что меня не слышно. Столько, что меня не видно. И когда бежишь, что ты скажешь поедине. Сука, ты просто мини. Четыре, нахуй. Да. Здесь не знаю, может быть 4. Для пятерочки все-таки инструментал, но не совсем тайповый. На мой взгляд. Настанал на фрешмен. Да. Эротичный флоу. Бриджи хороший, да, разнообразие прикольное, бро. Вот это постоянно какие-то здесь ямочки, припев недушный, всего в четырех залетает. Здесь разнообразие постоянно, потом еще бриджик, вот это и то. 9 баллов я готов поставить этому, да. Я думаю, это 9 баллов точно. Здесь у нас что он нам рассказывает? Кроме того, что он не прячет лица и танцует как сука. Это бабища рейдж, это бабища фоллинг. Фоллинг, сука, я двигаюсь. Последний дед в этом клубе на земле. У этих, сука, одинаковое клише. Мы с ней базарим, но на разные. Вот это было хорошо. Это аудио сносит голову всем, даже мне. MP3 демки все снипеты добавляю к себе. Хорошо. Ну, я соберу фулсет. Они такие, ущет. Dior бронежилет, жилет. На мне еще рикошет. Чувствую бессмертным на руке тысячи лет. Дамит, Кэтли не идет к ну киснул вижен. Поделю тебя на бики. Как бикини, сука, я выше, сука, потому что не слышно. Сука, что мне не видно. Ты брок, ты обижен, что скажешь мне нини. Сука, ты просто мини, точно как скини рэпи. Тут что-то еще есть между вот скини и рэпи. Что-то тоже происходит. Ну, такой тикток на 7, типа, бро. На 7, наверное. Я думаю, да. Вот так. Что-то есть, короче. Забрал во фрешмены 100%. Что сказать тебе? Не знаю. Ты, в принципе, довольно чисто читаешь. Может быть, по свидосу. Ну, я думаю, от песни к песне будет меняться в зависимости от инструментала. Хороший бэк-вокал хорошо стоит. Выдлибок, будь поживее и поразнообразнее. Да. Глички нормально стоят. Слышишь ты звук. Качаешь. Работает твоя песня. Ее можно слушать в таком виде, бро. Вот реально. Вот 4 балла я вот тебе ставлю. 60 практически. Охуеть. Это реально рабочее дерьмо.
Так, и что ты нам предлагаешь? То есть ты хочешь сказать, что типа ты еще и клип нам норм покажешь? Да? Че, реально прям так все и будет? Начало неплохое. Смотрим заново. Я уже успел насладиться. Это baby shot rage, это baby shot fun, О, ничего, да, ярко-синий, да, закидывал, прикольно. Разнообразие, этого кадра не было, развитие клипа реально происходит. Бля, чем больше эту хуйню слушать, тем больше мне нравится. Этого не было, вот, неплохо. Ничего, да, хорошая, да, жестикуляция, все такое. Такое мягкое, да, короче, не сильно рваное у тебя, прям, а такая прям жестикуляция мягкая. Подстать стоном, бро. Ахуй! Че, забираем? Воу, вы это видели? Мы танцуем как суки вместе с ним? Клип работает. Двадцать шестой лайк. А? База, бро. Танкуем, ёпта. Танкуем тоже, бро. Я думаю, что можно взять. Понятно, что он, знаете, то есть он в графике простоватый. Но монтаж и динамика все равно присутствует. Да? Я думаю, забираем. У нас будет заруба фрешменов, да? Динамика хорошая и разнообразия очень много. То есть, ну, не пустышка, да? 100% не пустышка клип. Вот это вот все, да. Хорош. Хорош. Не, давай по-другому.
Я думаю, вот так лучше Макс сделать. Камера зум на фейс непонятно будет. Это baby shot rage, это baby shot fallen, это очень неплохо. Заел, да, эта хуйня? Значит, его репетативность сработала. Камера зум на фейс не пришлица, танцуй как суки. Танцуем как суки, вот в натуре, танцуем как суки. И такой и должен быть, такая и должна быть облога у этого трека. Спасибо тебе, бро, мы реально танцуем как суки под это. Это хорошо работает, реально. Слив, слив heavy metal 3, блядь. Да, спасибо. Спасибо, это хорошо, это работает, бро.